Собака. Где собака? А вот собака. О, я на собаке. Ребята, я на собаке. Вот не бред, а я на машинке. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Растишка, Сайбер, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем очень крутецкую игру, называется Who is Daddy? Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Мы сегодня выживаем, угораем, веселимся и поднимаем вам настроение. У нас сегодня три ребенка и один папочка. Так, давайте вспомним, что здесь и как. Кстати, игрушку обновили, и все работает теперь очень круто. Это он бегает с пылесосом, да? Это он меня пылесосит. А что будет, если он тебя запылесосит? Ты в пылесосе будешь? Нет. Я просто так. Я уже помню, что здесь можно локацию, да, как-то открывать разные? Да. Вроде. Помню. Короче, кстати... Эй, ты чё, дурак, что ли? А, не надо. Вали, 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 Димка. Ребята, сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то новое, веселое, которое попадает в тренды. Так, ну что, все хаваем. Я напился. Я упал. Ах, скажи, Дима, куда побежал? Ах ты, зараза, ты меня видишь, да, постоянно? Папа, твой алкоголь... Папа, твой алкоголь был слишком сильный, я умер. О, насколько помню, здесь можно в машинку садиться. Блин, я ничего в крови не вижу этой. Эй, ничего не видно. Это жесть. Как умер? А как встать? А, вижу, вижу, вижу машинку. Так, побежал. А, это собака? А что я собаке могу сделать? Где собака? А вот собака. О, я на собаке. Ребята, я на собаке. Вот не бред, а я на машинке. Так, блин, это круто, ребята, мне нравится. Кстати, я вижу, да. Есть у собаки дыхалка. Так. На улице вот гараж есть, там ТНТ есть. Я знаю. Не, подожди, я кое-что другое. Я сейчас покажу. Ой, зараза, а. Я сейчас пойду машину заведу и сладу призрачным гонщиком. А как вот у нее кулачок светится? Надо угадать по таймингу с кулачком, да? Да, да, на пробел. А, на пробел. Есть, я вырвал. Я вырвался. Блин, мне нравится. Блин, допилили круто. Раньше такого не было. Прям сейчас классно сделали. Дима, чтобы встать, ну типа дотянуться, просто на цену нажми. Ага, я понял. Во, я вспомнил, да. А чтобы забраться на высокие предметы, просто подходишь к ним близко и пробел. Батя, нажми на зеленую кнопку. Это очень. А я могу в стрелку как-то залезть? По идее, можешь на пробел. 1 minute remaining. Это что означает? А, не знаю. Я не шарю по английски. Я, короче, от машины съел! А время идет. Да. Нам нужно, короче, чтобы нас папа не спас. Понял. Так, как мне отсюда выйти? Дима, я случайно ключ от машины съел. Так, R вылазить, я понял. Там деревяшки, короче, ты почти... А, как ты пролез? Учись! Тихо, что с ним? Зебра, зайди за меня! Зебра, ты будешь спасать его? Так, отлично, отлично. Ай, блин! Зараза! Смотри, что я делаю. Я обосрался! Блин, ребята, офигенная игра, мне нравится. Слышь, отвали... Ого, я дрыщу! Я горю! Есть! Я проиграл? Да. Нет, мы выиграли. А, да, мы проиграли. А что мы проиграли? Он спас нас? Ребята, раунд номер 2. Мы сейчас должны точно затащить. Так, я на велике покатаюсь. Прикольно! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, R слазить. Вы так шумите, я на втором этаже слышу. Нет, не слышишь. О, Дима, тут есть пиво. Так, я отлично, подожди, отлично. Я машину гнать. О. Не трогай меня. Ого. Ого, я рыгаю, я прям блюю. Ого, я блюю. Заблюю мужика нашего. Стой, Дима, я тебя спасу, не умирай. Эй, блин, я медленный очень. А ты чё, дерево? Да хорош меня лечить. Я тут только разошелся со всей силы. Так, отлично. Давайте в печке зажаримся. Дима, ты что съел?
Я ничего не ел. Ты что-то съел, стоять! Ты что мне делаешь, блин, это жесть! Я опять ржет машина съел. Тихо. А я умер? А не, я живой. О, батарея. Да хорош лечить меня, я тут только понял, как лупашить всех. О, мое любимое. Мое любимое. А я понимаю, это говно. А я понимаю. Ой, аптечка, батарейка. Ничего нет. Не надо есть батарейки, я тебе запрещаю. Так, насколько я знаю, тут можно за топ сделать, да, как-то? Я сейчас пойду это... я бы хотел, чтобы включить ее, а ее нельзя изнутри включить. Эй, мужик, стоять! Отвали. Стоять! Отвали! Блин, да поймал, молодец. Поймал на ошибке. Где? Где остальные? Они сейчас умрут. Да нормально все. Едим побольше всего, едим. А, я ем это, оно не вредит моему здоровью, да, особо? Вредит. Все, я сейчас умру. Растишка, лох. А где папа? Я его ванту замударил. Дима, ну как тебе? Дима, тебе хорошо возле холодильника? Да, вкусно все очень. По кайфу, да? Отвали, дай мне. Это мой холодильник. А я водичку когда пью, я лечусь, да? Сам себя лечу или нет? Вилку съешь. Да. Дима, бери вилку и суй ее в розетку. О, Дима, там вверху сырой стейк. Нормально. Дима, очень... сырой стейк? О, это я люблю. Дима, я автомойку запустил. Дима, тут какой-то... Ты что творишь? Не надо! Дима, давай. Где розетка? Вот она. А чем тебя накормить? Дима, ты молока выпил, от этого тебя лучше. Ничего страшного, я ем все, что вижу. Мы выиграли! Я луз, блин. Отлично, мы затащили, ребятушки. Ребята, давайте ставьте плюсик в комментариях, или нам нравится, чтобы мы знали, нравится вам эта игра или нет. Если будет очень много плюсиков, мы сразу снимем серию, где я буду играть за батю. Но в этом ролике я буду играть за сына. За маленького чилипиздрика. Так. Давайте бросайте подарок. Снимите. Ну, мне кажется, что за тремя сложно, да, углядеть? Давайте поизучаем. А что, если мы можем машину взять, что будет? Вы не можете ее взять, вы съедаете ключ. А, я думал, можно тачку угнать, было бы вообще. А я могу угнать. Как? Я угоню. Батя, мне плохо, батя. Так. Плохо. Я помню, что у нас тут есть. Малолетка. Отлично. Я тебя вообще ножом пырнул. Живой. Так. Ого, теперь мы будем рыгать здесь на всех. Вот это струя. Я сули рыгаю, я таки не... Давайте еще раз, мне понравилось. Так, продолжаем. Нам эта тема нравится. Дима, выйди на улицу. Сейчас выхожу. Я здесь дрыщу на всех и на все. Разбрасываю предметы. Ого. Я умер? Нет, ты, наверное, лег просто. А, я отдыхаю. А где ты? У меня 0%. Я умер, все. Умер? Да. Я, короче, напился какого-то бухлишка, видимо, или... А, нет, тут, наверное, было какое-то касторное масло или что-то такое. Дима, можешь на улицу вылететь, посмотреть? Да, я на... Так, я на улице. Ты на газонокосилке катаешься? Нет, в синей машине. А вот чувак на газонокосилке катается. Это растит. А че, сейчас я, подожди, полечу. Во, я вижу. А, это батя, да, катается сейчас на машине? Где эта газонокосилка? Давай. Иди, ух ты! Батя, вставай! А как ты в дерево превращаешься? Это можешь, ну, типа, маскироваться можешь? Да, это маскировка. Да, машина твоя не ездит. Ездит еще. Да не ездит, она горит, он стоит. У меня есть еще машинка, я на ней сейчас разобью. Я могу переклацать, да, между персонажами? Смотри, Дим, я еще как поеду. О! О, я ключ. Смотрю. Нет, ты все, не едешь. Так, вот я человечек крышу. Ездит, маленький. О, там трактор есть. Сверху этот фейерверк есть. Я на тракторе. Чего, погоня? Да ладно, как ты сел в эту машинку, малик? Ты трактор угнал? Это казанокосилка только большая, да, уже? Да. И она траву, да, прям косит? Ну да, получается. Да. Приехал. А, поеду. Короче, потоп в квартире. Так, камера полистаем. А! Меня так, опять так, украл. Так. Так, машинка. Ой. Здесь пустая. Да, это мой.
Батя валяется. Давайте, ешь все подряд. Как-то можно воду тут включить и затопить всю кухню. Сейчас включу. Стой, сейчас я включу тоже. Да я включу, дай малыш включит. А можно в кухне вроде бы включить, насколько я знаю. О, давайте проверим. Утопил сына. Он утопил сына. Мне это нравится. Офигеть, что за хлам творится здесь? Блин, прикольно. Уровень, да, поднимается воды? Да-да-да, поднимается. Вся квартира плавает. Да ладно. Я еще потом на втором этаже еще воду включу. Так-так-так, я вижу. Батя у нас сегодня этот вместе с малыми. Получается, у вас двое осталось, да? Двое детей умерло уже? Сейчас я в духовке сгорю. Растишка, посмотри в мусор. Ой, тут воду включил. Она струечка-то как-то бежит странно. О, что ты делаешь? Так, давай. Я пытаюсь, чтобы лето потекла вода сделать. Блин, классно сделано, физик. А раньше это можно, да, было тоже все делать? Да. В принципе, такого ничего нового не добавили сверхъестественного. Ого, батя свой духи крутит. Ну да, физика другая. Раньше вообще она какая-то баганая была, прям очень. А сейчас прям круто смотрится все. Батя, ты не уследил. Все, мы выиграли? Да, отлично, отлично, мне нравится. Ребята, катка номер 3. Мы так сделали, что было более интереснее. Мы сделали 2 сына и 2 бати. Ой, я видеокамеру съел. Это нормально? Что? О, Дим, пошли найдем батин компьютер и сломаем его. А это можно так, да, здесь? Да, пошли со мной. Я сейчас посмотрю, что тут можно еще сожрать. О! Ого, я обдрестался! Это прям жестко. Ребята, что со мной творится? Ай, блин, вот ты это... Блин, прикольно сделал. Раньше такого не было. Как-то попроще было. Вставай. Да что со мной? Васаби, подсказка. Машина уже с ключом. Ого. Да я так и понял. Я понимаю, кто... Вырвался. Вырвался, отлично. А я успел. А ты задрался своим пылесосом. Да ты задрал, лекарь, блин, от бога. Да, два батя это жестко. Значит, тогда я отвлекаю, а ты что-то там делаешь прикольное такое. Я буду компьютер ломать. Давай. А если ты компьютер поломаешь, что будет? Ну, у них не выйдет компьютера. Да ты задрал, пылесосочек. Ай, мой антисептик. Со мной пойдешь. Так. О, я полечился, я так понял. Ой, куда? Батю домыло. Ты что делаешь, маленький? Идем со мной. Я вырвался. Классно сделали. Раньше нельзя было вырываться. Помните такую тему? Где? Ай. Ты что, летаешь на помосе? Блин, что со мной? Что со мной, меня вздуло? Васаби, иди сюда. Это трэш какой-то. Компьютер не трогай, тварь! Зачем зашел в компьютер? Вот это меня вздуло! Я тебя тушу. А я что, горю, что ли? Все, у тебя нет материнской платы. Сломал компьютер! Ой, яблоко не надо было есть. Так, газировка! Вот в чем прикол. Я газировку когда ем, со мной такое что-то творится странное. Хорошо, пошла. Не умирай, ай. Я лечусь, я понял. У меня, короче, галлюцинации, что-то еще со мной творится. Слышь, отвали. Зубр, неси воду, еду. Ай, я умираю, он меня... Есть, я умер. Есть. О, Дима, посмотри. Отлично, я умер. Ребята, даже при двух отцах я все равно слился. Так, я свою миссию выполнил. Давай. Васаби, ты сможешь. Давай быстрее. Где этот ланскил? Все, я умер. Есть. Отлично. А что ты меня несешь? Куда ты меня несешь? А, все. Я тоже умер. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения после моих роликов. Еще.